История о победе добра над злом, о самоотверженности и дружбе, смелости и упорстве, преодолевающих любые преграды. «Снежная королева» — это дебютное произведение молодого киевского композитора Александра Шинко. Однако на сцене его воплотила заслуженная артистка Украины, балетмейстер Алла Рубина. Этот сюжет мне не чужд, потому что это глубокий сюжет, глубинный. Ну, любимая сказка с детства, и не только моя, потому что, судя по реакции в зале, я поняла, что дети все видят, спрашивают, следят за ходом событий. Известная сказка Андерсена «Снежная королева» впервые в Украине поставлена в целостной оркестровой и балетной партитуре. В целом сюжет произведения не изменяли, отмечает балетмейстер Алла Рубина. Единственное новшество – в конце сказки «Снежная королева» тает и превращается в прекрасную девушку. Образ «Снежной королевы» он вот для меня настолько интересен и как-то двойственен, потому что, с одной стороны, она вот вся изо льда, если по сказке Андерсена, платье как будто соткано из снежинок, вся вот само совершенство из кристаллов. Но с другой стороны, у нее настолько живые глаза, и вот даже неизвестно, что на самом деле происходит внутри этой снежной королевы. Осколки волшебного зеркала в сердце Кая для современного.